Здравствуйте. В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика». С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. Мнение старших. Состоялось первое заседание Совета старейшин. Лечение с увлечением, как пациенты гуляли с врачами. На первоочередные нужды в республику поступили средства из федерального бюджета. Несколько минут назад в Ледовом дворце Чебоксары-Арена завершился Кубок России по вольной борьбе среди женщин на призы главы Чувашии Михаила Игнатьева. Ход турнира и лучшие моменты финальных поединков зрители могли наблюдать в прямом эфире национального телевидения Чувашии. Мы еще расскажем вам об этом в наших следующих выпусках. А сейчас первое впечатление. Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Амар Муртузалиев отметил, что в Чувашии созданы хорошие условия для развития спорта высоких достижений. Сегодня мы завершаем, Кубок России по женской борьбе, который по традиции последние годы мы проводим в городе Чебоксары, где действительно замечательные традиции женской борьбы, откуда вышло очень много чемпионок, поэтому хотел бы, пользуясь тем, что здесь присутствует пресса республиканская, поблагодарить Михаила Васильевича, главу республики, Сергея Сильвестровича, министра спорта и всю его команду за действительно, как всегда, хорошую подготовку. В этом году вы видите в новом прекрасном дворце спорта, где есть замечательные условия для того, чтобы Кубок России проходил на высоком организационном уровне. Высокий уровень организации турнира и возросшую конкуренцию на борцовском турнире отметил и главный тренер сборной команды России Юрий Шахмурадов. По словам наставника национальной сборной, Кубок России в Чебоксарах фактически дает старт олимпийскому сезону. По его итогам сформирует команду, которая в течение следующего года будет готовиться к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. Со следующего года Кубок России на призы главы Чувашии войдет в международный календарь соревнований, чтобы к нам приехало больше иностранных спортсменов. Сразу после открытия соревнований глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с сенатором Николаем Федоровым. Вместе с первым заместителем председателя Совета Федерации Николаем Федоровым в республику приехал Сергей Степашин. Экс-глава счетной палаты сейчас возглавляет наблюдательный совет госкорпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ. Реформирование жилищно-коммунальной отрасли – задача непростая, и кроме реализации конкретных шагов, очень важно поменять стереотипы в сознании людей. Измениться в лучшую сторону отрасль сможет только при непосредственном участии в этом процессе самих собственников жилья. Мне приятно, Михаил Васильевич, что данным, которые ведет структура, возглавляемая Сергеем Владимировичем, моя родная Чувашия, не на плохом счету. И по аварийному жилью переселение будет выполнено по программе полностью. И самое главное, простите, что приятно, что достойно. Практически нет нареканий по качеству. Будем все сегодня достоинства выполнять свои обязательства. Я хочу тоже доложить. В городе Чебоксары мы сейчас вышли на 70% от общего количества ремонта дворовых территорий. И в принципе, поэтапно, пошагово будем идти, несмотря на дефицит финансовых средств. Так держать наш с вами общий капитал. Часто бывавший в республике Сергей Степашин отметил, как изменилась за последние годы столица республики. И сегодняшний Чебоксары, сегодняшний Чуваши, это каждый день и ночь, давайте откровенно говорить. Город красивый, полностью газифицированная республика, дороги, вы эту линию продолжаете, и очень рад, что работаете сейчас на слово. К другим новостям. Еще в октябре Михаил Игнатьев подписал указ об образовании Совета старейшин. Сегодня состоялась первая встреча главы республики с теми, чей жизненный опыт, профессионализм особенно ценен. В Совет старейшин вошли 18 человек. Это представители различных профессий, живущие в разных городах и районах республики. Каждый из них добился успеха в своей сфере, имеет определенный общественный статус. В числе старейшин и ветераны Великой Отечественной войны. Их активности и энергии можно только по-хорошему позавидовать. Они по-прежнему хотят приносить пользу родной республике. Вы имеете огромный жизненный опыт. В книжках об этом опыте все невозможно написать. И я рассчитываю, что мы эффективно будем сотрудничать.
и спорить по отдельным вопросам, и потом уже принимать соответствующие решения на благо жителей Чувашской Республики. На первом собрании были определены основные направления работы этой общественной организации. Большинством голосов председателем совета избрали Льва Куракова. Лев Пантелеймонович долгое время работал на посту ректора ЧГУ. Он известный и уважаемый в республике человек, автор многих научных трудов по экономике. По его мнению, начать свою деятельность совет старейшин должен в первую очередь с воспитательной работы с молодежью. Екатерина Куприна, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика. В правительстве республики началась работа над главным документом года – посланием главы Чувашии Государственному совету Чувашской республики. Послание предполагает расстановку главных задач и акцентов на 2016 год. В этом документе будут обозначены векторы работы Кабинета министров, Государственного совета Чувашской республики, органов местного самоуправления, предприятий и организаций на краткосрочную и долгосрочную перспективу. Что необходимо сделать, чтобы удержать экономику в состоянии роста и повысить качество жизни населения? При подготовке послания традиционно учитывается мнение жителей республики, общественных организаций, других институтов гражданского общества. Предложения с пометкой для подготовки послания принимаются по адресу: Чувашская республика, город Чебоксары, Президентский бульвар, дом 10. Телефоны и адреса электронной почты вы видите на экране. 940 миллионов рублей поступили в республику из федерального бюджета. Из них 571 миллион будет направлен на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. Поступление средств обсуждалось еще 24 июля на встрече Михаила Игнатьева и министра финансов России Антона Силуанова. В ходе встречи руководитель республики представил федеральному министру параметры и расчеты республиканского бюджета, после чего Антон Силуанов согласился выделить республике дополнительные средства из федерального бюджета. Их планируется направить на строительство объектов социальной инфраструктуры и другие первоочередные нужды с учетом предложений населения, зафиксированных в народной программе Михаила Игнатьева «Вместе жить, вместе строить». Общая сумма безвозмездных поступлений из федерального бюджета в 2015 году составила 15,5 миллиардов рублей. Сегодня бойцы Общероссийского народного фронта в Чувашии провели региональную конференцию, на которой обсудили основные направления работы. Среди тем, внесенных в повестку дня – общественный контроль государственного заказа, анализ качества и доступности медицинской помощи, проблемы реализации программ капремонта и переселения из аварийного жилья и другие. На конференции Общероссийского народного фронта в Чувашии презентовали и новое пособие по военно-патриотическому воспитанию. Издание представляет собой набор плакатов, посвященных героям Советского Союза, уроженцам и жителям Чувашии. Подборка плакатов с изображением и биографиями героев – совместный проект Чувашского отделения ОНФ и издательской группы СВ Пресс. Подготовка издания потребовала большой научно-исследовательской работы. Галерея героев существенно дополнена. Впервые собраны здесь 133 героя Советского Союза, наши земляки. Мы сюда включили уроженцы Чуваши, те, которые родились вне республики, но до войны, во время войны, после войны здесь проживали и работали. Ну, в основном Алатырский аэроклуб, Чебоксарский аэроклуб. И плюс впервые 35 героев Советского Союза, представители чувашской диаспоры. Издание посвящено 70-летию Великой Победы, поскольку абсолютное большинство героев Советского Союза получили высокое звание за боевые заслуги. Плакаты поступят в первую очередь в школы Чувашии. Год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Чувашии завершился традиционной уже прогулкой с врачом. О том, как правильно заботиться о своем здоровье и какие профилактические меры необходимо принимать в неформальной обстановке, рассказали доктора-специалисты. Статистика красноречиво свидетельствует, за этот год показатели смертности населения от заболеваний сердечно-сосудистой системы снизились на 15%. Свою роль в маленькой победе сыграла и акция «Прогулка с врачом». Старт был дан в 2012 году, а с 2014 мероприятие стало еженедельным. Свежий воздух, физическая нагрузка с одной стороны и консультации врачей с другой – все вкупе полезно для здоровья. Ходьба для здоровья – это значит сокращение риска развития сердечно-сосудистой сосудистых заболеваний, повышение иммунитета, повышение физической нагрузки и снижение заболеваний сердца, легких. Ходьба – это все. То есть это совершенно простой способ профилактировать целую массу заболеваний. Последний год он стал очень активным, и мы увидели активное население, которое стало ходить.
В мобильном центре здоровья можно было измерить артериальное давление, получить полезные советы, пройти экспресс-обследование. Эта прогулка с врачом – одна из самых масштабных. Студенты, сотрудники различных структур, врачи, ценители здорового образа жизни собралось около 5000. Это полезно для здоровья. Прогулка на свежем воздухе буквально 4 километра утром помогает проснуться и поддерживать себя в тонусе. Сердечная, сосудистая система вся в порядке. Мышечная, все, ну, поддержит человек в тонусе. Это неоценимая польза. Это очень потрясающая акция, очень здорово, что все выходят единым порывом, то есть несмотря вот на ветер, снег, да, в любую погоду встать, пойти. Для меня это прям только за радость сюда вот прийти, пройтись 5000 шагов, это очень здорово. Прогулка с врачом – лишь часть комплекса мероприятий. Весь год неустанно работали сердечные патрули и школы здоровья. Проводились профилактические беседы с пациентами. В будущем все эти формы работы будут продолжены. Мы многое делаем вместе с вами для того, чтобы повысить качество жизни. Мы говорим о том, что наше здоровье в наших руках. Мы говорим о том, что наше долголетие в наших руках. Молодое поколение нам надо воспитать в этом духе, чтобы мы больше ходили на свежем воздухе, больше друг другу улыбались, больше было положительных эмоций. Правильно питаться, вести активный образ жизни, отказаться от вредных привычек. Соблюдение этих простых правил поможет сохранить свое здоровье на многие годы. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика. Чувашия, как и другие регионы страны, готовятся к всероссийской сельскохозяйственной переписи. Организационные вопросы предстоящей переписи правительственная комиссия обсуждала в режиме видеоконференции. На связь вышли муниципалитеты региона. В ноябре в Чувашии завершили один из этапов подготовки к переписи – районирование. Территории муниципальных образований разделили на счетные и инструкторские участки. Каждому переписчику предстоит опросить по 460 подсобных хозяйств. Для проведения переписи в республике задействуют 660 человек. Сейчас формируют списки желающих поработать в качестве переписного персонала. Основные требования к претендентам – возраст не моложе 18 лет, коммуникабельность, знание сельскохозяйственной специфики и возможность работать на переписи 2-3 месяца. Результаты переписи учтут при разработке госпрограмм, к примеру, по поддержке фермеров. Они помнят свою малую родину. Автономия томских чувашей недавно отметила юбилей. Делегация Чувашского национального конгресса побывала в гостях у сибирских соплеменников. Вот уже 20 лет чувашская автономия в Томске возрождает национальную культуру и традиции. Все желающие томичи могут не только освоить чувашский язык, но и поучаствовать в народных празднованиях. Что такое акатуй, в Томской области знают не понаслышке. Ансамбль «Палан» приобщает к уникальному и самобытному фольклору. Всего в Сибирском крае проживает около 6 тысяч чувашей. Автономии в мире немало. В разных уголках России и в странах ближнего зарубежья их около 100. С каждой из них республика поддерживает тесную связь и ежегодно на празднование Дня Республики присутствуют наши соплеменники. В будущем году к ним присоединятся и томские чуваши. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире Национального телевидения Чувашии.